товарищ президент Республики Беларусь, выпускники военно-учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации, собран министр обороны генерал-лейтенант Федоров. Здравствуйте, товарищи офицеры! Уважаемые товарищи офицеры, сегодня для страны важный и торжественный день. Он важен также и для наших вооруженных сил. Завершая мероприятие, посвященное главному государственному празднику, Дню независимости, мы традиционно чествуем выпускников высших учебных заведений, в том числе военных. Эта церемония – дань памяти поколению победителей, дань памяти героям, которые освобождали 3 июля Минск, очищая родную землю от немецко-фашистских захватчиков. В нашей стране защита Родины была и будет в руках мужественных, сильных духом и отважных людей, таких как вы. Настоящих мужиков, надевших офицерский мундир в столь трудное и порой непредсказуемое время. Вы эту обстановку хорошо знаете. Послевоенное устройство, основанное на международном праве, которое и так не всегда срабатывало, рухнуло. Геополитическая напряженность между государствами, членами блока НАТО, с одной стороны, России, Китая, других стран, с другой стороны, перешла в горячую фазу. На этом фоне наблюдаем, как страны-соседи наращивают военные бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ. Арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется. Кроме экономического диктата, политического, информационного давления, мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне. Мы адекватно реагируем на все эти выпады и продолжаем совершенствовать систему национальной и, в первую очередь, военной безопасности Беларуси. Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это уже не раз проходили. И, конечно, все мы понимаем, что технический арсенал, каким бы мощным ни был, он не станет преимуществом в силе без профессионалов, без преданных родной стране и народу воинов. Война в Украине это ярко демонстрирует. Решающую роль в укреплении обороноспособности стран, защите мирного труда ее граждан играют военные. Их ядро – вы, офицерский корпус. Впереди у вас служба в подразделениях, воинских частях и органах военного управления. Легко не будет. Офицерская служба всегда сопряжена с трудностями, лишениями и определенными ограничениями. Мы с вами это хорошо знаем. Товарищи офицеры, избрав для себя путь служения Отечеству, вы сделали благородный выбор, взяли на себя ответственность за мир и безопасность на родной земле. Особенно в наше время. Я очень хорошо понимаю военнослужащих, когда-то кто-то гуляет, отдыхает и прочее, а нам придется служить. Родине защищать эту землю – такова наша судьба.
Вам предстоит эффективно решать сложные ответственные задачи, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Убежден, вы с честью выполните все поставленные перед вами задачи, обеспечивая мир и безопасность Беларуси. Я от всей души поздравляю всех вас с этим знаменательным днем в вашей жизни. Желаю вам успехов в святом деле служения Беларуси и нашему белорусскому народу. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, товарищи генералы, товарищи офицеры, все вы прекрасно понимаем, что сегодня в условиях тяжелой военно-политической обстановки вокруг нашего государства на наши плечи ложится особая ответственность по защите нашей страны. От имени выпускников 23-го года смею заверить вас, товарищ главнокомандующий, что мы с полной самоотдачей и долей ответственности будем стоять на защите нашей независимости и укрепления обороноспособности государства. Офицерская честь, мир и счастье в родном Отечестве – это наши высшие идеалы. Служу Республике Беларусь. Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю с этим счастливым днем вашей жизни, когда пройден еще один тяжелейший этап. Офицерская служба всегда тяжела, но, по-моему, учеба – это самый тяжелый период в жизни любого человека, как мне кажется. И еще раз хочу поздравить вас с этим великим праздником на наше поколение. Тяжелая доля досталась. Я иногда думаю над словами наших соотечественников, которые говорят, на фронте было легче, потому что врага видишь лицом к лицу. Мы лицом к лицу своего врага не видим, хотя четко определили его координаты. Да и война сейчас такая, что лицо врага не рассмотреть. Я очень внимательно наблюдаю за военными действиями в Украине. И беспилотники, контрбатарейная борьба. Я артиллериста спросил, умеешь вести контрбатарейную войну? Умею. Это великое дело. Без этого невозможно. Как мне рассказывали военные, которые воюют в Украине. Беспилотные летательные аппараты стали чуть ли не главным методом и оружием ведения современных войн. Ну и многое другое, вы это хорошо, наверное, уже знаете. Поэтому
этап учебы закончился, но учиться придется каждый день. Жизнь преподносит и в воздухе, и на земле нам все новые и новые уроки. Будьте всегда достойны своей земли. Помните, что, как я недавно говорил, территориальная оборона, народное ополчение. Требование одно – защитите себя и свою семью. А наша с вами задача – защитить Родину. Мы, военные, будем защищать Родину. Здоровья вам, успехов, ваше здоровье за ваших родных, близких и, главное, за ваши тылы. Успехов!